Восьмой открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 24 по 29 февраля в Чувашской республике. Заявки на участие подали представители не только из Чувашии, но и Нижегородской, Самарской, Тульской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга. Соревнования пройдут по 63 компетенциям на 18 площадках. Их развернут на базе профессиональных образовательных организаций республики. Оценивать работу конкурсантов будут более 470 экспертов.